have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки. Привет, привет! Тут у нас парень, который утверждает, что ты такой работаешь 4 часа, а потом смотришь на часы, а там всего 14 минут прошло. Не могу с ним не согласиться, это очень правильное заведение. Ладненько, пойдем, показывай, что это за место ты нашел. Я тут еще ни разу не был раньше. В общем-то, это домик с изоляцией, откуда тебе нельзя выходить, потому что на улице всякая фигня происходит. Вот, здесь есть магазинчик. Тут есть магазинчик, где можно покупать всякую ненужную фигню, которая тебе никогда не понадобится. Вот этот кирпич, это мышь. Круто. Офигеть. Кто-то пиццу принес? Пицца! О, в шкафу можно валяться. И, кстати, здесь есть еще... В шкафу можешь сидеть в углу. Блин, это, знаешь, это похоже на вайп-кафешки и всякое такое. Не заперты в шкафу. Closeted. Мне за это ачивку дали. Ой, я могу позвонить кому-то? Понятно. О, второй этаж. Пойдем. Погоди, я могу заказать пиццу. Так. Значит... Время сесть и подумать о своей жизни. Что же я такого наделал? Значит, какой там номер? Иди сюда. 5-5-5-5-4-7. Ты на здесь помнишь? 4-9-9-2. Вы ванную затопили, вы что делаете, изверги? Ой, звони чуваку. Давай, отвечай. Блин, я сбросил трубку. Бумагу можно... Вы что наделали? Я закрыл воду. Тут кто-то пооткрывал воду везде. Надо это вытереть. Я вытер. А чем это? Бумажкой можно было вытереть? Вот это. А, полотенцем? Да, полотенце. Слушай! А, можно дрейн нажать? Я подозреваю, что я вампир. Вампир? Вампир. Ну, посмотри в зеркало. Я не вижу своего отражения. А ты видишь себя? Я хочу набрать ванну. Нет, я тоже не вижу своего отражения. О, мы оба вампиры. И, кстати, здесь есть еще... О, здесь пиццу заказывают. Так, ванную погорячее, наверное, надо набрать. Короче, давай я тебе еще покажу дверь прямиком в ад. Стой, надо намылиться. Я могу взять мыло. Ла-ла-ла-ла. Смотри на это! Что? Можно полноценно искупаться. Лол. Лол. Офигеть. Это же гениально. Это офигительно. А как можно на душ переключиться? Наверное, как. Так, ладно, я сливаю воду. Открываю занавесочку. Это просто, блин, симулятор жизни какой-то. То есть... Офигеть. Эй, камон. Кстати, в общем-то, давайте я покажу шкафчик прямиком в ад. Давай. Ща, этот чувак отойдет. В общем-то, вот, шкаф прямиком в ад. Я хочу обратно. Go back! Вон и банки! Да уйди, дай я позвоню, дай я вот, позвоню. А, вот, пиццу заказать, да-да-да, вот номер телефона здесь указан. А что это за кнопочка? А это кнопочка стирать мимас. А, я не хочу стирать мимас. Мне нравится. У чувака тут электричество. Тут все... котика можно погладить. Где? Вот, нажми на котика. О, крутяк! А намылить его можно? Ну кто мылит кота? О, чувак гладит кота, видишь? Слушай, прими покупку. О, смотри. О, прикольно. Прими покупку ящичка. Где? Вот, в компьютере. Нажми на компьютер, можно принять покупку ящичка. Ну, я разрешил, но... Ну,
нужно, чтобы еще один человек разрешил. Наверное, два. Но никто не хочет. О, ну все, отказали о покупке. Так. У нас здесь 37 баксов, кстати. Много. О, тут можно докупать разных. Блин, прикольно, мне нравится. Дай мне пиццу заказать, уйди ты, девушка. Так, значит. Limited stock, limited stock. Да уйди ты, женщина, ты мне погоди, не нравишься. Погоди, а как мне теперь встать с компата? Ну, нажми на бэк. А, блин, это очень логично. Я застрял в компе. Так, ладно, да, там нужно голосовать, как чтобы... О, на улице ночь. Или что? Или день. Кто его знает? Больно. За баксы можно вводить сюда любую музыку. Это ты как сейчас вот? Ну, ты тоже можешь поставить любую картинку, просто нужен код этой картинки. А, да. Это мой портрет. Это я вижу, что это портрет. Какой-то хакер меня сфоткал, когда я играл. Блин. Слушай, классно. Слушай. Интересно, как душу включить. Так, ладно. Пицца. 5-5-5, 5-4-7. Ой, я нашел, как включить душ. 4-9-9-2. Пошел звонок. Ты нафига трубку-то положил? Так, погоди. 5-5-5-5-4-7-4-9-9-2. Да, я тоже запомнил, кстати. Два, нажми тоже. Ждем. Откуда же у человека пицца взялась? Hi, this is John Stowe. Would you like to order a pizza? Да, как мне ответить? Нажми на yes. Ну просто скажи yes. В чатике. Тупо yes? Да. What size pizza would you like? We have large or small? Large it is. And where do you want us to deliver to? Here? That'll be all. We'll be delivering your order shortly. А, написано, что you're broke, ты нищий. Что? А я нищий? Блин, мы нищие, у нас нету денег на то, чтобы заказать даже пиццу. 24 бакса, минуточку, а сколько? Офигеть. А, минуточку, зарплата. 14 баксов, 15 баксов. У нас по 15 баксов. На зарплату? Ну посмотри, нажми на тапку. Прими покупку, ящичка, давай быстро, пока не ушло. Hello. Все, теперь у нас появился вот такой вот ящик, смотри. В нем можно лежать. Ты где вообще? Наверху? Не, ну... А, серьезно? Слушай, у меня мыло. Да, у меня. Давай, залази туда. Пока, ты был хорошим человеком. Тут мои коты застряли снаружи. Где коты вылазят? Чтобы тебе коты повылазили. Вот это оскорбление видно. Давай купим уточки. Да, резиновые уточки. Резиновые уточки. Офигеть. Что может быть лучше резиновых уточек? Пошли в ванную. Давай, будем играться с резиновыми уточками. Ну-ка. Там уже кто-то лежит, кстати. Вот, доставай свою резиновую уточку и кидай ее в ванну. Не, в ванну кидай. Офигеть, это же просто было. Это офигительно, это круто. А как ты на нее нажимаешь, и она забирается. А как ее не забрать?
Ну, просто сделай так, чтобы она там лежала. Да, убери жидкость. Здесь кто-то пописил. Надо вынуть труп из ванны. А, ну труп моется, значит, оно живое, хорошо. Очень вот интересно, что же в конце ада. Ничего, там просто ничего. Пойду в ад. А что это наверху? Здесь страшно что-то. Пойду обратно. Ну реально, местечко там страшно. Пойдешь, а он такой, опа. Там просто темнота. Что произошло? Bring a light, don't go alone. Иди со светом и не один. Ночь! Иди один. Ночь, да. Утро, все. Проспали ночь. Не надо было так много играть. Ух ты ж, ё. Там карточки! Карточки! Там карточки Roblox юзеров, офигеть! Вампир такой, все, я на ночь спать ушел. На утро. На утро. А, прикольное место. Yes. Он люди еще пиццу заказывал. Yes. Вот это очень депрессивненько, если что. Так еще лучше. Так можно посмотреть, что творится под шляпой. Есть еще вот такая поза. Прикольно, не знаю, очень такой реально режимчик, порелаксировать, посидеть, отдохнуть. Много пасхалочек, много всяких активностей доступных. Классно, классно, мне нравится. Мне тоже. Ладно, ребятушки, тогда, наверное, пойдем наверх. Усядемся поудобнее, подходи к отелю. Да, иду. Здесь подумаем о нашей жизни. Че сразу АФК-то? Я не знаю. Я посетилась АФК, ладно. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях, в следующих мирах Роблокса. Роблокс бесконечен, как вы знаете. Спасибо, что были с нами еще раз. Всем удачи, добра, добра. Всем лучше. И всем пакета. Всем пакета.